Мы находимся с вами в местечке Фрондорф, расположенном на плодородных тюрингийских холмах в 20 километрах севернее города Эрфурт. Здесь мы встречаемся с Сильвио Кай, управляющим предприятием Агромильх, современным сельскохозяйственным крупным предприятием, которое кроме молочного животноводства и выращивания телят, занимается еще и овцеводством, растениеводством и производством биогаза. С помощью самой современной техники и грамотного управления хозяйство добивается высокого уровня здоровья поголовья, а сохранение таких высоких показателей – непростая задача, учитывая, что поголовье хозяйства составляет больше 1700 молочных коров и телят. Предприятие «Агромильх» делает ставку на технику «Урбан». Сильвио Кай объясняет, почему. Мы считаем, что все вопросы содержания телят, все инвестиции, важно выстроить в одну цепочку, чтобы успешная работа в одной фазе давала хороший старт в следующей фазе. В телятнике это сперва фаза родильного отделения, потом выпаивание и так далее. Это можно сравнить со строительством дома. Для нас теленок – это фундамент для высокопродуктивной коровы. И если тут мы допустим ошибку, то, как и в строительстве дома, ремонт будет практически невозможен. Урбану 20 – компактная автоматическая поилка с соской, расположенная непосредственно на корпусе автомата. Ваш незаменимый помощник, который запоминает телят, кормит их в соответствии с их индивидуальными потребностями. Надежный, неприхотливый и экономичный. Индивидуально ориентированный график кормления, постоянный контроль за его выпойкой, полностью автоматическая промывка и возможность дозировки добавок. Все это обеспечивает здоровье телят. Многократно проверенная техника фирмы Urban делает это возможным. Урбан не допускает компромиссов, когда речь идет о качестве. Все металлические части автопоилок выполняются только из нержавеющей стали. Она не подвергается коррозии, ее просто очищать, и вы всегда можете быть уверены, что автопоилка прослужит вам долго, несмотря на все неблагоприятные воздействия, будь то погода или животные. У 20 выдержит все, даже мороз. Вы ищете автоматическую поилку, которая подходит для разнообразных типов и систем кормления и даже позволяет их комбинировать? Urban U20 компактен и надежен. Все шланги и кабеля расположены внутри автопоилки, что позволяет быстро и просто переставлять ее с места на место. Автопоилка Urban U20 подходит для любой групповой системы содержания телят. А возможность управления несколькими автоматами с одного кормового компьютера позволяет удешевить кормовую систему. Опция подключения к персональному компьютеру и наличие улучшенной программы управления позволяет просто и эффективно работать с данными животных. Приготовление кормовой смеси для телят вряд ли может быть проще. Открываем крышку, заполняем 35-килограммовый бункер порошком ЗЦМ, закрываем крышку – готово. Остальное сделает за вас Urban U20, как всегда, с высоким качеством, быстро и с правильной температурой. А калибрация воды, порошка ЗЦМ и молока очень проста и понятна. Каждый теленок имеет свои индивидуальные особенности. Компьютер автопоилки Urban запоминает эти данные и настраивается на теленка строго индивидуально. С помощью транспондера, который каждый теленок носит на ошейнике, U20 распознает животное. Компьютер U20 точно знает, сколько смеси выпил каждый теленок, сколько осталось и когда он имеет право на следующую порцию. Или с какой скоростью теленок пьет смесь. Волшебное слово – динамический контроль. Мозгом U20 является кормовой компьютер Primus – революционная разработка фирмы Urban. Он управляет всеми функциями автопоилки, очень прост в работе и интуитивно понятен. Чтобы работать с ним, не нужно быть компьютерным специалистом. Блок клавиш и большой дисплей хорошо читаемы, легко чистятся и защищены от повреждений, а пароль защищает от несанкционированного доступа в программу. Порошок ЗЦМ выходит из бункера, не образуя зон отложения,
Это обеспечивается специальной кинематической системой U-20, рабочие органы которой расположены не внутри, а снаружи бункера и не соприкасаются с порошком, а это большой плюс. Urban U-20 уже в стандартной комплектации оборудован подогревом стакана миксера. А стабильная температура стакана миксера – это не только полное растворение порошка за ЦМ без комков, но и защита от низких температур. Кроме этого, это еще и постоянная теплая смесь в течение всего поения, от первой до последней капли, а значит и здоровье телят. Если теленок имеет право на порцию смеси, то молочный клапан и соска открываются. Вы хотите точно дозировать в смесь дополнительные компоненты? Нет проблем, вы можете использовать дозаторы как для порошкообразных, так и для жидких добавок. Наличие дополнительных дозаторов позволяет выпаивать телятам специальные электролитные программы. Опция кормления цельным молоком позволяет выпаивать его от 0 до 100%. Но U-20 может намного больше. Он, впрочем, как и все автопоилки фирмы Urban, замеряет количество выпитой теленком смеси. Сотрудник фермы всегда может посмотреть, сколько смеси выпил и сколько не допил теленок. Если теленок заболел, то у него снижается аппетит и скорость выпивания смеси, что сразу же регистрируется компьютером. Такой теленок вносится в тревожный список, а значит, заболевание будет распознано еще на самых ранних стадиях. Все автопоилки Urban имеют полностью автоматическую программу промывки двумя моющими средствами – кислым и щелочным, которые можно использовать в различных пропорциях. Автоматы, имеющие опцию выпайки цельного молока, имеют в серийном исполнении функцию промывки молокозаборных шлангов и теплообменника. Но U-20 промывается не только изнутри, но и снаружи. Наличие складной закрывающейся соски позволяет не только мыть ее снаружи, после каждого теленка, но по желанию и дезинфицировать. Частоту промывки автопоилки вы можете устанавливать сами. При выборе автопоилки мы уже примерно представляли себе, что этот автомат должен уметь, какими свойствами обладать. Для нас было важно, вот видите, тут везде мухи, чтобы автомат был компактен и все приготовление смеси происходило в закрытой части автопоилки. Что нас еще убедило в нашем выборе? Это закрывающаяся после каждого кормления соска, которая промывается после каждого теленка. При этом соска закрывается почти герметично. При промывке не остается ни брызг, ни воды, все стекает в слив. Таким образом, этот участок, где стоят телята, остается чистым, а хорошая гигиена – это здоровье телят. Гигиена в кормлении телят очень важна. Нет сомнений, телятам нравится. А с опцией дистанционного блока приучения к поению эта процедура заметно упрощается. Когда теленок выпивает свою порцию, он может еще какое-то время поиграть с соской, удовлетворить свой сосательный рефлекс, который очень важен для выделения слюны и пищеварительных ферментов, а значит для работы кишечника малыша. Как вы видите, техника Urban ничего не оставляет на волю случая. Оптимизированное кормление дает хороший старт для получения здорового теленка, который превратится в будущем в высокопродуктивную молочную корову или упитанного бычка. Но и это еще не все. Вы получаете снижение затрат труда и энергии на приготовление и выдачу смеси, точный контроль за расходами и потреблением корма. Кроме этого, значительно снижается почти всегда негативное влияние человеческого фактора. А еще для нас было важно, что мы почти по такой же цене, что и один автомат на несколько станций сосок, смогли поставить для каждой группы телят свой автомат. И сейчас, когда стоимость заменителя цельного молока выросла, мы можем для каждой возрастной группы телят давать свой сорт ЗЦМ, что существенно снижает стоимость кормления. Как вы видите, на Urban можно смело положиться. Urban – техника, испытанная на практике.